Друзья, всем большой привет! Огромное вам спасибо за то, что делитесь своими проверенными рецептами. Сегодня у нас для вас салатик от нашей подписчицы Татьяны Михайленко. Очень вкусный и готовится за считанные минуты. У нас на канале вы найдете много вкусных и простых рецептов, салатов и различных закусок. Поэтому, если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Итак, давайте же скорее его приготовим. Сразу скажу, что варить ничего не нужно, поэтому салатик готовится очень быстро. В первую очередь мне понадобится сладкий болгарский перец, у меня он большой, поэтому я взяла половину. Нарезаю его тоненькими дольками, отправляю в глубокую миску и добавляю красную консервированную фасоль. Салатик будет очень яркий. Дальше помидорки, у меня они небольшие, вот такие на ветке, я нарезаю их на 6 долек. Можно взять обычные томаты, порезать кубиком, либо черри, порезать просто пополам. Твердый сыр я натираю на крупной терке. Все эти продукты подготовленные, помидоры и твердый сыр, я отправляю в эту же миску. Сочетание продуктов в салате получается очень вкусное, поэтому обязательно попробуйте его приготовить. Дальше крабовые палочки. У меня их не было, поэтому я взяла крабовое мясо. Нарезаю их вот таким образом, просто разделяю на волокна, то есть получаются тоненькие полосочки. Отправляю в эту же миску. Теперь остается подготовить только заправку. Для нее я беру майонез немного, добавляю чесночок, пропущенный через пресс, и все это хорошенько перемешиваю. Обязательно буду добавлять зелень. У меня сегодня кинза, она растет у нас на подоконнике, поэтому использую именно ее. Аромат потрясающий. Добавляю смесь перцев, можно просто черный молотый перец, соль по вкусу, и остается только салатик заправить. Добавляю 2-3 столовые ложки заправки, этого будет достаточно, и все тщательно перемешиваю. Салат получается невероятно вкусный, сочный, ароматный. Чем-то он напоминает салат «Красное море», но этот салат мне понравился даже больше. Поэтому и вам настоятельно рекомендую его попробовать. Уверена, что вам понравится. Если у вас есть какие-то интересные рецепты, присылайте, мы обязательно их попробуем. Я всем-всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Ставьте лайки, если рецепт понравился, и подписывайтесь на наш канал. Всем до скорой встречи, пока-пока!